Сегодня последний звонок в этом учебном году прозвенел для четвероклассников. 443 ученика простились с начальной школой. Торжественные линейки прошли во всех школах города. В первой школе царит праздничная атмосфера. Белые банты и фартуки, строгие пиджаки и множество разноцветных букетов. Четвероклассники прощаются с начальной школой с добрыми улыбками. День замечательный, солнечный. Внезапно в нашей северной погоде после зимы сразу лето. Вот в этот день замечательный хочется поздравить, конечно же, выпускников наших начальной школы с тем, что они научились писать, научились считать, Кажется, совсем недавно ребята пришли в первый класс, были маленькими, робкими и неумелыми, говорят учителя и родители. А сейчас окрепли, многому научились, а главное – подружились. Выпускница София Шафина считает прошедшие школьные годы незабываемыми. Они прошли очень быстро, весело и было очень классно. Эти года больше запомнятся навсегда. Счастливы и родители выпускников, а слезы грусти на лицах первых учителей мгновенно исчезают после задорного и яркого выступления мам четвероклассников. Время идет, очень волнительно это все, конечно, но верим в лучшее, надеемся, что все впереди и все будет хорошо. Надеемся, что наши дети будут дальше учиться хорошо, нас слушать, слушать своих руководителей классных. Спасибо большое всем за школьные наши годы, за 4 года. Просто все шикарно. Спасибо большое. Позади десятки правил, сотни задач и примеров. Аттестаты об окончании прогимназии «Эврика» получили 75 ребят. Это самый большой выпуск за историю существования образовательного учреждения. Дорогие мои ребята, я хочу, чтобы вы помнили, что вы умные, замечательные. Каждый из вас талантлив. И вас любит Эврика. Вы всегда можете к нам прийти. Вы всегда будете к нам приходить. Мы вас ждем. Впереди у ребят 3 месяца беззаботных каникул и новый учебный год. Анна Мария, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.